Угу. Сижов пробегает, жить не бьет, попадает в стенку. Пытается что-то сделать. В атаке гости забрал штрафную. Пытался сейчас перехитрить своих оппонентов. Дмитрий Плетнев борется за мяч. Пас. И сейчас повезло. Откровенно Сибири мяч прошел. Именно на метр с 30, может с 35 забил свой первый гол. Сейчас опасный момент. Прострельная передача. Вперед. По бровке на Кириенко. Кириенко хорошо пошел. По штрафную Житнев с мячом. Но Сибирь атакует. Опасный удар мимо ворот. Показалось, что Житнев в этом эпизоде 0-0 в матче Сибири и Зенита 2. Отдохнем 15 минут. Против него равен. Молодость против опыта. И в итоге передача-то какая получилась. И Прудников нанес удар по воротам. Не ожидал он. Если не ошибаюсь, футболист Сибири. На замахе Азаров сыграл. Опасно, штрафной мяч. Выносят защитники из вратарской. Галыш через себя вышел в ворот. И стоит в той или иной ситуации. Гости атакуют. Антон Синяк. Пас вперед. На Багаева. Между тем 62-я минута у нас идет. И 0-0, напомню, счет матча не открыт. Что сейчас затеяли в команде? Курбановым недоволен действиями Шамиля Курбанова. И подача. Попытался сейчас сходу пробить Терентьев, не получилось, и гол. Сергея Иванова, отскочил к нему мяч на линию штрафной, и точный удар в правый нижний угол. На 62-й минуте матч отличился Сергей Иванов, 74-й номер питерского «Зенита-2». Клельщики, но новосибирские фанаты не унывают, мы сильнее им победим. К игроку «Зенита». Вторая волна атаки питерского клуба. Терентьев посадил мяч в штрафную. Подрезка головой. Цыган тащит. Не минуты в штрафной новосибирской команды. Градус кипения уже зашкалил. Но так или иначе, «Зенит-2» атакует. Синяк откатывает мяч на свободного. Совершенно свободен был Дмитрий Багаев. Сложно звоночком назвать. Это уже, пожалуй, колокола во все звонят в штрафной Сибири. Освежить игру Коржунов и Беляев, игроки атакующие, продолжают атаковать. По штрафную. Опасно мяч, пяточки прокидывали сейчас. Приятно. Райан грузит мяч туда, к чужой штрафной. Ну, что там? Удар по воротам. И спас свою команду. Вся команда спасти этот матч. Но не получилось. Со счетом 1-0 Санкт-Петербургский «Зенит-2» одержал победу. Поздравляем питерцев с первой победой. Спасибо за внимание. Для вас работали Дмитрий Кваша и Олег Епифанов. Встретимся на футболе.